Управлением землепользования и строительством мэрии города Бишкек при проверке земельного участка, расположенного на северо-восточной стороне пересечения улиц Ахумбаева и Таналиева, было установлено, что данный земельный участок имеет увеличение в южную сторону на 21 метр за счет муниципальной территории и общей длиной 216 метров. Управлением была проведена разъяснительная работа с владельцем данного земельного участка, по итогам которой владелец добровольно демонтировал объекты облегченного типа в количестве 12 единиц, установленные на данной территории. Кроме этого, владелец земельного участка в настоящее время демонтирует ограждение, установленное на муниципальной территории. По итогам работ муниципалитету города Бишкек был возвращен земельный участок общей площадью 0,4 гектара. Бишкек – наш любимый город.